Здорово, Юрец. Здорово. Здорово, братаны. Что, хана викингизму, да? Да прям хана, ёпты. Не последний день живем. Водка, он, гляньте, какая. Хортится. Хортится, да. Хортится, блядь. Ладно, хортится теперь тебе долго не жрать. Ну, годок, годок. Ну, рассказывай, делись. А чё делиться, ёп? Скажи, брат. Заколдовали меня, блядь, бабе-яге ходил, блядь. Хорошо, предлагали кузнецу, ну, блядь. А чаву-то жалко, один хуй все узнает. Короче, закодировался, да, туда. Да. На сколько годиков-то? Пока на один. На один? Да. Я думал сразу на три. Да а что там на три, ёп, ты охуел, что я не выживу тогда, ёп, тут мне же захочется. Блядь. Сколько деньжат взяли? А? Деньжат, 5 рублей взяли. 5 рублей? Да. Это куда это ты ходил? Ну, Довженко. А где это у нас Довженко сидит? Дворец спорта, ёптать. На последнем этаже. И чё там, кабинет? Да там да, там всё как, блядь, доктор положено. Открывает кабинет. Там, блядь, доктор, нахуй, ещё страшнее Роганова, нахуй. Там, серьёзно? Демон, блядь. Ну, баба, ёпта. А, баба? Да. И чё делала? Чё делала? Ничего, блядь. Деньги взяла, как Роганов, и сказала, давай, все, братан. Укол в плечо, блядь, какой-то пшикнула в рот какой-то хуйни. И потом давай мне, блядь, голову сжимать, блядь, и говорить, там, слушай мой голос, блядь, тебе пизда, если выпьешь, ёб твою мать. Серьезно, да. И все. Ну да, и только сидишь, терпишь, чтоб не засуваться, нахуй, ёб. А Саша говорил, это, шлем на голову какой-то. Да ну, шлем на голову, это в кишкинке, ёпты. Шлем на голову, там такие примочки, я там тоже был, блядь. Да. Да. Хуй взяло, ёпта, тут же вышел оттуда, нахуй. Так а нахера ты бабки отдавал, если знаешь, что это фигня вся? Тогда-то я не знал. А сейчас зачем отдавал? А сейчас, ну, блядь, чтоб мама не обламывалась, нахуй. А то и мотор схватил, аж, ёпта, нахуй. Ни хрена себе. Что такое с сыном беда, ёпта, а сыну похую, сын нигде не появляется, сын, блядь, гуляет, блядь, грач неуловимый, блядь, ёпта. На Иване водочки. Не, ну и нахуй, хорош, ёпта. Мне сейчас хорошо, вообще по кайфу, ёпта. Да тебя еще трясет, блин. Да хуй с ней. Мне трясет от того, что я дурачок, блин. Блин, Грач, как будто бы не кодировался ты. Я говорю, я выпил столько, ну я 3 года пил, вот, со ступенных похорон. Ну я понял. Ну 3 года, и каждый день, ёпта. Ну как ты, можно, какой организм выдержит, блядь, ёбаный кнут, нахуй. Да, на ступенных похоронах я тебя помню, а ты был трезвый, кстати. Ну а потом-то мы Рэмбо проводили, блядь, и мы пошли у пивняк, в этот, в Ягер, ну и там заебись. И там ты начал свой поход алкорейнджера. Ну я ж туда пришел с бодуна. А, ты уже был подожжен. Ну перед этим, да, и пошел похмеляться, глава-то болела, дождь шел еще противно. Да, помню, блядь. Дождь, да, был такой отвратительный. Вот так-то, вот, блядь, и все, блядь. Так, короче, расскажи-ка мне поподробнее, как это все дело происходит, вот с кодировкой-то. Как, вот приходишь туда к этой бабе или что, где ты телефон вообще узнал? Кто тебе посоветовал-то? Ёптать, это я еще в литейке работал, блядь. У нас там мужик, блядь, захуярился и по жизни до сих пор не пьет, нахуй. А-а-а. Так может, эта баба порядочная? Ну, конечно, ёпт, там все официально, ёпт, со справками, блядь, с хуявками, блядь. А чек выдали тебе? Да. И чек выдали? Все выдали, и справку, блядь. А если запьешь, деньги вернут? Если я запью, она сказала, что я сдохну. Ну, я-то знаю, что я не сдохну, ёпт. Так, может, слушай, деньги пойдем заберем, скажем, не сдох и не помогло ни хера. Ну да, как вот белорус-то, Миша, ёпт, нахуй, зашился, блядь, в плечо себе зашил, блядь. И тут у него какая-то беда произошла, там, блядь, он такой, ой-ой-ой, блядь, надо выпить, я сдохну, блядь, глоточек пивка, и ложится, ждет, говорит, если что, звонит, ждет, когда ему пизда настанет. Раз, второй глоточек, нихуя, я говорю, выпей водки, ёпта, я тебе отвечаю, нихуя не будет, ёпта. Он ёбнул. Ты соблазнитель, змей. Он пизданул, блядь, до сих пор хуярит, ёпта. А сам зашился на 5 лет, ёпта. Во как, а он, Саша, зашился, держится. Как бы, какой боит. Саша? Саша Ключ. Ну, потому что вот там же бумагу подписываешь, никого не вменить в моей смерти, если я ёбну. А-а-а. Это люди-то боятся. А я-то знаю все пин-коды уже, нахуй, ёпта. Меня кодировали 6 раз, ёпта, мне похуй. Ёпта. Короче, бабло ты, наверное, зря отдал. Да я ж не свое, мать отдала, ёпта. Свое бы я отдал. Я бы, нахуй, на 5 тысяч, представляешь, сколько я похмелялся бы, ёпта. Слушай, тебе хотя бы для порядка полгодика не попить надо. Да я год выдержу, блядь. А там, может, и больше, блядь, хуй его знает. Понятно. Как карта ляжет? Если в жизни ничего плохого не произойдет, значит, все будет заебись.
Когда будем альбом дописывать, Грачкор? Ты хоть сейчас давай, ёптать. Тут Славик для тебя текст сочинил. Ну, про да. семью, про дом. Я рисую дом на стекле говном. Охуенно. Про дом, я говорит. Я в детстве так делал. Говорит, про дом, говорит, песня лирическая. Все, блядь, нахуй, fuck you, блядь, на школе писали, а я хуи рисовал, ёптать, ходил. Аэровафли, нахуй, ёпта. Ладно, это все хорошо. Что вот можешь людям посоветовать? Стоит тут вообще кодироваться или нет? Стоит просто не пить, ёпта, и все. Потому что пизду, это... Сколько вот в жизни потерял, нахуй, за эти 3 года? Все из-за синьки, нахуй. Все хуйня. Телефоны проебываю, блядь. В кредиты в быстрозаймы лазию, блядь, ёпта. Потом отдаешь, ходишь. С работ выгоняют, нахуй. Отовсюду поганой метлой пошел вон отсюда. Неделю, блядь, продержишься. Аванс получил, все. Закончилась карьера, нахуй. Новую ищем, блядь. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Теперь я ЗОЖник, буду про ЗОЖ рассказывать. Тоже будет смешно, обещаю, ёпта. Я 3 года попился, мне теперь надолго хватит дури, ёпта. Надо выплескивать, блядь.